«Практическая психология». Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология», в студии семейный психолог Надежда Бушмелева. И сегодня тема программы «Телесно-ориентированная психология на службе души и тела». Ну а раскрыть эту увлекательную тему я пригласила практикующего телесно-ориентированного психотерапевта Марию Лялину. Маша, здравствуйте. Добрый день. Маша, вот такое название «Телесно-ориентированное направление в психологии». Сразу же давай тебе объясним, что это телесно. Ну что ж, начнем мы с того, что разум и тело – это все-таки элементы одной системы, и все, что есть у человека в голове, непосредственно отражено в теле. Если мы с вами будем достаточно наблюдательными по отношению к партнеру, собеседнику, мы можем с вами заметить, что телесные сигналы соответствуют или не соответствуют тому, что человек говорит. Угу. Можно сразу же пример? Да? Да, можно сразу же пример. Ну, например, женщина плачет, мужчина у нее спрашивает, почему ты плачешь, она не может ответить. У нее расщепление ментального и эмоционального сегмента в психике. Угу. То есть она сейчас испытывает какие-то серьезные эмоции, но не узнает их и не может озвучить причину своего поведения, причину своих слез. Мне кажется, что ей просто нужно поплакать. Ей да, так она... кажется на самом угу. деле. Но если женщина из раза в раз будет просто плакать, к сожалению, это не даст нужного контекста отношениям. Мужчина так и не поймет, о чем она плачет, и не сможет, если даже сильно очень захочет, изменить модель своего поведения. Угу. Например, или плачущий ребенок. Это та же самая история. Мама спрашивает, что случилось. Ребенок не может ей ответить, потому что он тоже в какой-то момент не узнает своих чувств. Угу. А если он говорит, меня стукнул там, например, старший брат, поэтому я и плачу, мне больно. Вот это уже что? Ну, больно – это может быть и о физических ощущениях. И ребенок может плакать о том, что действительно он испытывает физическую боль. Угу. И это будет честно. Но вот если взрослый человек, которого не ударили, не стукнули, не обидели, бесконечно говорит, что ему больно, это уже повод обратиться все-таки к психотерапевту. Угу. Потому что в психотерапии как такового понятия боли не существует. Угу. Боль – это некий сгусток неузнанных человеком, нераспознанных эмоций и чувств. Как красиво звучит, да? Да, и оно так и есть, потому что если мы будем смотреть вглубь, то на самом деле, когда мы начинаем узнавать свои эмоции, отделять грусть от любви, ненависть от, не знаю, тоски и так далее, то мы перестанем испытывать ощущение эмоциональной подавленности. Угу. На самом деле душевная боль, эмоциональная подавленность, некий упадок сил – это очень сильно о том, что человек просто живет на автомате, и он не отдает себе отчета в том, что же он чувствует в той или иной ситуации. То есть он на автомате реагирует, а тело, как правило, если были какие-то негативные эмоции или сильные даже положительные эмоции, но не показаны, не прожиты, а тело сохраняет этот опыт, понимаете, угу. внутри. И человеку с этим грузом приходится как-то жить. То есть вот это как раз еще и тема осознанности, да? Если ты осознаешь эти эмоции, чувства, да, то тогда и тело отвечает совсем по-другому, да, на естественно, это? Естественно. Угу. Хорошо. А Мария, а почему вот вы выбрали для себя именно это направление? Почему оно так вас интересует? Вы уже не один десяток лет работаете в этом направлении. Да, я скажу так, что у меня все началось с личного опыта. У меня несколько врожденных диагнозов, которые связаны именно с телом. Воронкообразная грудная клетка. На фоне этого врожденного симптома уже случился в подростковом возрасте и кифоз, и сколиоз, и глазное давление. Ну, в общем, я в 18 лет себя чувствовала как бабушка. Угу. Вот. Собственно, массаж, лечебная физкультура, там еще какие-то практики, там ЛФК, это все не давало должного эффекта. Когда мне исполнилось 18 лет, наверное, 19, я познакомилась с йогой. Угу. И вот когда я делала упражнения в йоге, я была самой молодой и самой беспомощной. И я встретилась в этот момент со своими чувствами.
Не знаю, это такой очень интересный, насыщенный эмоциональный опыт. Было очень много слез, было очень много воспоминаний, переживаний, хотя, собственно, я не делала ничего, чтобы это вспомнить. Угу. Я просто вставала в определенную позу и дышала. И вот это меня очень сильно зацепило в силу своих телесных, опять же, моментов, да, которые, ну, так скажем, невозможно выправить никаким путем. Я не могла претендовать на то, чтобы стать инструктором по йоге, например. И я стала думать, а чем же мне таким заниматься, чтобы мне стало вообще легче дальше жить? Потому что после каждой такой полуторачасовой, двухчасовой тренировки я чувствовала себя счастливой. Так ценно, да, это? Это очень ценно, и каждый раз, когда ты чувствуешь себя все более и более целостным человеком, становится как бы... Как вот сказать, краски в жизни появляются, вкусы совсем другие, да, запахи совсем другие. Жизнь становится концентрированнее. И хочется, на тот момент мне очень хотелось, чтобы вот этого вот пространства, в котором боль, становилось все меньше, а в котором жизнь становилась все больше. И так я вышла на телесно-ориентированную психотерапию. И потом было длительное погружение, обучение всему этому, да? Да, очень, я бы сказала, длительное, растянутое, потому что личная жизнь у меня так сложилась, что каждый раз... То есть я начинала учиться и забеременела первым ребенком, заканчивала я уже практически перед рождением второго ребенка. То есть вот у меня этот процесс оказался растянутым в силу декретных отпусков и так далее. Там... Ну, такая хорошая трансформация жизненная. Да, очень глубокая, я бы сказала. Вот. И, собственно, погружение, естественно, было долгим. И я хочу сказать, что за счет этих пауз у меня было очень много времени на то, чтобы осознать и прожить. Угу. Вот. Но я знаю, что вы ездите по России, проводите всевозможные тренинги, встречи. Да. Да? Люди приходят с удовольствием. Великолепные отзывы читала о ваших работах. Хорошо, Маша, скажите, пожалуйста, в чем же вот преимущество? Давайте не будем сравнивать одно направление с другим, да? Но вот как на ваш взгляд, вот почему, говорят, телесно-ориентированная психология – это психология эффективной работы? Ну, я бы сказала так, что для меня самое главное – это скорость. Угу. Мы всегда работаем с клиентским запросом, правильно? Угу. И клиентский запрос – это все-таки то, что не то, что я увидела у клиента, а то, что он озвучил. Угу. Да? И вот то, что он озвучил, иногда бывает полярно противоположно тому, что его на самом деле волнует. И вот пока мы доберемся до ядра, пройдет иногда не один год психотерапии. Угу. В телесно-ориентированной психотерапии все работает не так. А как? Мы начинаем работать с телом клиента. Мы дышим, прикасаемся, делаем какие-то упражнения, парные упражнения, контактные. И за счет телесного контакта вскрывается именно та тема, которая сейчас актуальна. Ну, например, женщина говорит там, у меня не складываются отношения с сыном. Но мы начинаем, да, раскручивать эту ниточку. Когда мы начинаем работать через тело, может всплыть сразу же вообще не про сына. И даже не про отца, а про какой-то негативный опыт вот с мужчинами, да, и совершенно такой обезоруживающий ее. Угу. Она не может даже с маленьким ребенком, например, выдержать свои границы. Поэтому и мы работаем с этим, то есть мы не копаемся, мы работаем конкретно с травмой. И тогда скорость уже совсем другая. Иногда бывает достаточно... двух консультаций, чтобы решить какой-то насущный такой вот вопрос. Это очень быстро, я считаю, потому что вот когда я начинала свой путь в психотерапии, что-то мы работали годами. Угу. Вот. Но опять же, да, к телесно-ориентированному терапевту нужно прийти и быть готовым, что тебя будут трогать, с тобой будут дышать, и при этом еще будут тебе задавать вопросы. Не совсем удобные, может быть, даже, да? Возможно, даже не совсем удобные, потому что... И причиняющие какое-то, да, состояние дискомфорта, боли, вот это да. же душевное, да, через да. физику. Да, естественно, угу. да. Это кому-то не подходит, я согласна. Но вот я считаю, что скорость – это вот первое преимущество. А второе преимущество все-таки в том, что... Тело не обманешь. Точно.
оно не будет тебе врать. Угу. Если человек может долгое время заблуждаться, да, или не признаваться себе в том или иной причине, потому что включается много внутренних сопротивлений, да, то тело, как лакмусовая бумажка, покажет все. Это правда. Но, опять же, тоже не каждый клиент к этому готов. Это правда. Угу. Это правда, действительно. То есть, если мы говорим о долговременной терапии, результаты будут очень серьезные за год. Вот. Но, опять же, это готовность клиента. Кто-то не готов повзрослеть на 5-6 лет за год терапии. Угу. Поэтому человек где-то вот посередине останавливается. Но, опять же, да, мы не можем решать за клиента. Как говорит мой учитель Константин Дуплищев, терапевт должен быть туп, ленив и аморален. Чтобы не думать за клиента, чтобы не делать за клиента и чтобы его не осуждать. Угу. И я все-таки придерживаюсь этого принципа, хотя иногда сложно, потому что же хочешь помочь, но все-таки, то есть мы за клиентов здесь не решаем. Они сами выбирают, продолжать или нет. Да, это из разряда невозможно помочь человеку, если он не просит тебя о помощи. Это правда. Хорошо, Мария, скажите, пожалуйста, с какими задачами работает наше с вами направление телесно-ориентированная психотерапия? Ну, я скажу так, что психика, да, наша, все-таки ее можно условно поделить на несколько сегментов. Ментальный сегмент, да, думаем, осознаем, эмоциональный, чувствуем, проявляем свои чувства, и телесный. То есть что, как мы свои мысли и эмоции с помощью тела выражаем, чтобы собеседник нас понял. Вот у людей очень часто бывают расщепления ментального и эмоционального. Вот я как в начале передачи приводила пример. Или, например, эмоционального и телесного. Голос очень эмоциональный, а тело вялое. Угу. Никаких жестов, там, мимики мы не заметим. Или это будет очень минимально. Иногда даже голос, например, человека что-то волнует, он монотонно говорит одно и то же, одно и то же, одно и то же. Раздражает. Но он не может себе признаться, что его это волнует, а мы его не можем понять, потому что он не эмоционирует. У нас до адресата не доходит эта информация, да, ее нет. Вот. И это расщепление телесного и эмоционального. Так вот, телесно-ориентированная психотерапия помогает эти сегменты объединить, чтобы человек мог с помощью тела свои эмоции выражать, проявлять и с помощью головы их осознавать. Это первый момент. То есть все, что касается взаимоотношений с самим собой, это про телесно-ориентированную психотерапию. Все, что касается отношений детско-родительских, это про телесно-ориентированную психотерапию. Почему? Потому что очень часто детско-родительские какие-то конфликты, недоговорки, да, и не очень удачные отношения от того, что ребенок не чувствует, что ли, родительской любви. Она есть, но он ее не чувствует. С помощью телесной терапии все эти травмы детские можно компенсировать. Просто вот за счет техник. Хорошо, вот детско-родительские отношения. Это нужно, чтобы к психотерапевту дошел человек вместе со своим ребенком, или это можно сначала начинать проживать самому родителю? Это необходимо проживать самому родителю. Ребенку самому необходимо решить, быть в том возрасте, чтобы он смог решить, что ему это нужно. Угу. Очень то есть часто мы в обязательном порядке не берем своих детей и нет, не приводим их. Нет. Угу. Если человек действительно видит, клиент видит эффект от терапии, он обязательно простые упражнения может сделать со своим ребенком. Хорошо. Это наладит контакт. Вот, например, сейчас самая активная такая тема, да, в детско-родительских взаимоотношениях – это вот гиперактивные дети, такие неудобные, родителям все время на них жалуются, родители… Родителям стыдно бывает. Ну, родители сначала, наверное, все делают для того, чтобы помочь как-то своему ребенку, да, потом махают рукой и думают, ну, все уже, все, поставили мы на тебе там крест или еще что-то. Это тоже можно прорабатывать через телесно-ориентированную психологию? Однозначно это можно. Гиперактивность – это очень сильно такая тема о нехватке заземления, я бы сказала. То есть у ребенка не работает тормоз, он не чувствует под ногами земли. Угу. Что с этим делать? Есть очень простые практики заземления на самом деле. Расскажите нам про них. Вот выполняются они очень просто. Первая опора у нас базальная идет, это стопы. Можно с ребеночком посидеть, прислонив стопа к стопе.
До этого нужно... Это вот как по-турецки, да, вот можно сказать? Нет. Это вот ребеночек лежит на полу, а мамины или папины стопы сидящего родителя прижимаются к стопам родителя. Вот такой вот, да? Все, поняла. Значит, вот такой момент. Но родителю нужно все-таки узнать у ребенка, удобно ли ему. Да, и хочется ли ему вообще участвовать. Да, в этом участвовать. То есть это уже для детей постарше. Можно чем замотивировать ребенка, если он понимает. У гиперактивных детей бывает очень часто, ну, где-то вот шея напрягается, вот это вот плечи за счет вот этого вот постоянного, да, движения. Действительно, даже если мы скажем вот чисто физиологически, когда есть опора ровная под стопой, начинает шея, плечи, голова расслабляться. И если у ребенка там какие-то темы со спиной, там с шеей и так далее, ну, такие тяжелые учебники, столько уроков, это есть у всех детей. Вот можно им предложить так расслабиться. А еще психологическая и физическая нагрузка, да? Да, родители, естественно. Родители же такие. Да. И самое главное, то есть кроме того, что ты даешь ребенку опору стопа к стопе, что ты еще делаешь? Следишь, чтобы ребенок дышал. Потому что порой бывает так непривычно, что есть эта база под ногами, эта опора, что просто ребенок не дышит. То же самое и со взрослым человеком абсолютно. То есть вот это вот первая тема. А если ребенок очень маленький, ну вот совсем там вот от года, да, там вот еще не школьник, то с ним делается это еще проще. Нужно ребенку попросить... чтобы с ним пообниматься. Родитель ложится, ребеночек ложится спиной к маминой грудной клеточке. Мама его плотно обнимает, ручку кладет на сердечко, а ножки просит упереть в свои ноги стопами. Таким образом, ребенок получает, ну и лучше, чтобы шея тоже к маминой как-то вот груди, к маминому туловищу прилегала. Ребенок получает две или три опоры. Базальная – это ножки, сердечная опора – это грудная клеточка, и акушерская опора – это шея. Вот. Таким образом, ребенок заземляется, и он успокаивается. Это проверено на моих собственных детях. То есть отличная поза. Мы ее интуитивно занимаем, но нужно знать, что ее можно делать осознанно, и она работает. Ну и самое главное, чтобы стопы, конечно, прижимались, потому что если еще грудной клеточкой как-то вот прижимаются, то ножки иногда где-нибудь еще в воздухе болтаются. Да? То есть вот акцент на ноги. Ну и, соответственно, там можно и поговорить в этой позе, и просто помолчать. И мама, если уже очень сильно зла и устала ловить ребенка до этого, она тоже может подышать, успокоиться, расслабиться. Вот он, простой эффект. Хорошо, а дыхание? Что за дыхание должно быть у ребенка и у мамы в это время? Вдох всегда через нос, да? Нет, обязательно. Акцент должен быть на выдохе, и с выдохом нужно расслабляться максимально. То есть чем выдох, это не важно. Акцент на выдохе. Да, акцент на выдохе, абсолютно точно. Вот так и живем, на выдохе. На выдохе, точно. Хорошо. Очень интересно, Мария. Скажите, пожалуйста, вот с какими еще темами работает телесно-ориентированная психология? Вот, может быть, прямо вот озвучить, да? Да. С чем можно прийти? Мы можем говорить о том, что очень большая у нас сейчас такая тема серьезная, мне очень много она попадается, тема личностных границ. В силу того, что мы все-таки живем не в пещерах, да, есть определенный код в обществе, как ты себя можешь и не можешь вести. И на самом деле следовать этому коду правильно – и естественно для взрослого образованного человека. Это нормально совершенно, да? Вот. Но часто то, как мы сейчас должны себя вести, очень сильно расходится с тем, как нам хочется. И вот, мне кажется, это еще очень у детей, да? Вот да, это очень сильно и у детей, и, честно говоря, и у детей в теле взрослых то же самое, та же самая беда есть. И о чем мы говорим? Мы говорим о том, что все-таки у каждой личности, вне зависимости от социального контекста, есть свои границы. Вот, условно говоря, мы себя ведем на работе таким-то образом, да, но если наши границы нарушают, то мы имеем право дать отпор. Мы имеем право поменять работу. Мы имеем право вступить в конфликт с коллегами, например, или с подчиненными, потому что сейчас нарушают наши личные границы.
То есть сейчас я чувствую дискомфорт, сейчас я чувствую, что меня унизили, сейчас мне обидно, да? Я не обязана или не обязан это терпеть. Да? Вот. И вот эта вот тема личных границ, она очень хороша у подростков на самом деле. Она очень хороша у детей, дабы ребенок, ну, мог себя защитить в ситуации в любой со взрослым человеком, будь то учитель или прохожий на улице. Но ведь часто бывает такое, что взрослого человека не научили, да, ощущать свои границы. И вот как раз телесно-ориентированная психология может ему в этом помочь. 100%, потому что когда мы начинаем ощущать границы своего тела, мы автоматически их начинаем выстраивать в социуме. Угу. С близкими, не очень близкими и совершенно чужими, да, людьми. Чужими людьми. Угу. Вот. Тема границ очень актуальна, и я бы еще добавила, что тема горевания. Не принято сейчас, да, делать большие проводы, плакать на могилах и так далее. Из развода вообще часто пытаются сделать какой-то цирк и отметить, да. Угу. Но на самом деле, ну, даже потеря кошки – это горе, да. И поскольку не принято никак реагировать на то, что вы пережили утрату. А расставание – это маленькая смерть? Всегда. Угу. Да, то есть вот очень много идет психосоматических расстройств после потерь. Угу. Неважно, это развод, там, потеря денег, смерть близкого человека, неважно. То есть вот здесь телесно-ориентированная психотерапия, она дает разрешение оплакать, да, через определенные техники, отпустить, прожить вот эти моменты. То есть тоже через тело? Тоже через тело, угу. Да. Но эмоции туда мы тоже можем себе добавить, да, пополнить? Естественно. А просто техники горевания настолько отключают контроль, что мы можем себе позволить весь спектр эмоций, которые там есть. Uh-huh. Вот. То есть вот это такие очень глобальные, я бы сказала, темы, очень обширные, и вот я с ними с удовольствием работаю, потому что человек на самом деле молодеет. Я приведу такой пример. Ко мне пришла женщина, 50 с лишним лет, она похоронила единственного сына. Ну, состояние у нее было такое, ну, как бы она, ну, то есть такая очень глубокая депрессия, невролог ставил там какой-то там серьезный невроз. Ну, я особо не смотрела на диагноз, я просто вижу, что она пока еще не заболела ничем серьезным, но вот она уже жить совсем не хочет. Мы с ней работали, эта женщина живет в республике Калмыкия, в Элисте. Мы с ней работали в течение 2 лет, она приходила на телесные интенсивы 4 раза. И вот когда я с ней поработала 2 раза и приехала там, то есть она стала старше, и все-таки женщина стареет очень заметно. Там 52 ей там или 56, вообще может быть разница девушки и бабушки. Я увидела, что человек помолодел, что загорелись глаза, что появилась стрижка, что она спешит на свидание к мужу, с которым там они прожили 30 с лишним лет. Да? А человек обрел новый смысл, для чего ей жить. И для меня такой опыт ценен, когда приходит человек взрослый, которому тяжело, и ему становится потом радостно. Он разрешает себе, несмотря на очень большую утрату, продолжать жить, хотеть жить. Это его выбор. Да. А как работает телесно-ориентированная психотерапия с психосоматикой? Ну, это очень, на самом деле, интересный вопрос. Я бы так сказала, что если у нас диагноз под вопросом, ну, то есть еще не поставили, да, его, вот, есть просто какие-то отклонения, вот, то через различные психологические телесные техники мы можем выйти на причину симптома. Условно говоря, если это мигрень, мы можем с ней справиться очень быстро. Если это раковая опухоль, то терапевт может здесь быть только поддерживающим, как бы средством, да, для того, чтобы, ну,
человек выбрался из этого лечения, здесь будет все равно хирургическое, медикаментозное и так далее. Единственное, что терапия телесная с раковыми, например, больными или с хрониками, да, хронические болезни у кого, она помогает чем? Не рецидивировать и не рецидивировать приступ. Угу. То есть вот здесь... Но это еще все-таки, наверное, какой-то ресурс. Естественно. Да, потому что ты также ищешь выход. Естественно, да. Но человек обычно приходит уже с заболеванием, он замотивирован. Он замотивирован и иногда не верит в то, что будет свет в конце тоннеля. У меня есть клиентка на сегодняшний день. Там неспецифический язвенный колит, и она пришла с паническими атаками на фоне приступов. То есть она настолько намучилась, что она постоянно боялась того, что это повторится, и у нее уже начались панические атаки. Но после терапии в полтора месяца мы вышли на то, что у нее не было приступов. Панические атаки прошли, а приступов не было 8 месяцев. Отличный результат. Вот. То есть сейчас будем выяснять какой-то новый пласт причин, что к этому привело. Но, тем не менее, приступов уже не было, они ушли. Угу. Вот так работает телесная терапия, это конкретные результаты конкретных людей. Есть ли какие-то возрастные ограничения? Возрастных ограничений нет, есть ограничения физиологические. Мы не работаем, если были проведены полостные операции в недавнем времени. То есть примерно 3-4 месяца, но я точно не возьмусь работать. Да? Это первый момент. Второй момент. Какие-то серьезные проблемы с сердцем. Потому что там постоянно нужно дышать, да? Да, там переживать, нужно постоянно дышать, переживать. И, ну, я скажу так, что психотерапевт с медицинским образованием, кто занимается телесно-ориентированной психотерапией, он возьмется и справится. Угу. Просто не каждый имеет медицинское образование и медминимум. Угу. То есть вот совершенно мои коллеги-врачи, психотерапевты, они берутся, кроме как после полостных операций, берутся за все совершенно. Хорошо, если, например, есть какие-то психиатрические расстройства, эпилепсия, это тоже противопоказанием является, да? Работать можно, но, опять же, врачу, угу, по совместительству психотерапевту. И это вопрос очень тонкий. Если уже поставлен психиатрический диагноз, одной телесной терапии мы можем не справиться. Угу. Вот. И нужно еще говорить, что психиатрический диагноз имеет определенный ряд, да, медикаментозного сопровождения. Да? И смотрите, какая вещь. Медикаментозное сопровождение имеет такой эффект. Он тормозит эффективность реакции. Телесно-ориентированная психотерапия имеет другой принцип. Через катарсис аффективные состояния выражаются и заканчиваются. И здесь одно с другим может войти в конфликт. Mm-hmm. То есть даже если мы говорим о работе с психиатрическим диагнозом через телесно-ориентированную психотерапию, то мы должны понимать, что это достаточно экспериментальный подход. Угу. Хорошо, Маша, в завершении нашей программы хотелось бы спросить, ведь многие очень вообще к телу и к душе подходят, например, через танец и спорт. Это тоже своего рода... Терапия. Терапия, да? Да. Такая телесно-ориентированная. Что вы скажете вообще про танцы, про спорт, вот про эти ощущения? Ну, я скажу... Как это сделать все осознанно? Как все развернуть в свою пользу? Не превратить это вот в такую, знаете, сильную нагрузку? Угу. Ну что ж, здесь нужно говорить о том, что вообще работает очень хорошо намерение человека. Мы можем выражать агрессию через походы в тренажерный зал. Мы можем, проплыв несколько километров, выразить очень много чувств, понимаете? Но, опять же, здесь вопрос осознанности. Что касается танцев, сами танцы и танцевально-двигательная психотерапия, которая имеет как бы отношение к телесно-ориентированной, это все-таки несколько разные вещи, потому что у них разные задачи. Если мы с вами танец не переводим в спорт и не изнуряем себя тренировками, а получаем от них удовольствие, эффект будет.
И более того, я думаю, что те, кто занимаются танцами, они встречаются с тем, что у них случаются катарсические во время занятий вот такие состояния. То есть танцевала, радовалась, начала плакать, например. И это естественно, потому что тело стало какие-то эмоции само по себе проживать, выражать. Это нормально абсолютно. Но многие же этого боятся. И вот если мы во время танца это подавили, потому что, ну, я же должна быть красивой, там все, там у меня там свои там какие-то представления о том, как я должна при этом выглядеть, то это уже будет, ну, как далеко сказать... Далеко от души, да? Далеко от души, да. Угу. То есть это будет полезно для тела, но это будет далеко все-таки от души. Спасибо большое. Сегодня у нас была тема программы «Телесно-ориентированная психология на службе души и тела». И раскрывать эту увлекательную тему мне помогала Мария Лялина, телесно-ориентированный психотерапевт. Маша, большое спасибо, было очень интересно. И всего вам самого-самого хорошего. Спасибо огромное за приглашение. Практическая психология.